Пришел в магазин пешком, а уехал на собственном автомобиле. Такая возможность была у покупателей торгового комплекса «Текстиль Профи». Ведь главным призом масштабной предновогодней лотереи стала машина. Кроме этого, можно было выиграть телевизор, комплекты постельного белья, бытовую технику и другие нужные вещи. Я вас поздравляю! Вы настоящий победитель! Скоро родит ваша! Сергей Попов – постоянный покупатель торгового комплекса «Текстиль Профи Москва». Везунчик. В лотереях выигрывает часто и по-крупному. Автомобиль у меня второй, первый автомобиль шел на организацию. Также вот получилось, был на выставке и выиграл автомобиль у вас. Это мой второй автомобиль. Также были некоторые призы. Один из них выигрывал здесь, в «Текстиле». Очень приятно, здорово. В эти выходные приятно было всем, кто попал на праздник в торговый комплекс «Текстиль Профи Москва». Многие покупатели уходили с подарками, другие просто наблюдали за происходящим на сцене розыгрышем призов и зажигательным выступлением певцов. Сразу все поняла, вычетель надо, чё надо, и дала, ой, чёрты. Традиционно мы одни из первых начинаем дарить подарки к Новому году своим любимым, уважаемым покупателям. И вот сегодня, 16 декабря, мы разыграли массу призов. И главным призом был автомобиль «Шкода». Пришло несколько тысяч, я даже сложно было бы сосчитать, сколько людей. Люди были, ну, сказать, радостные, я бы сказал, счастливые. Конечно, подарки выиграть – это всегда приятно. Чтобы стать участником лотереи, нужно что-нибудь купить в торговом комплексе «Текстиль Профи Москва» на 2000 рублей и выше. Один чек, один купон. Обратите внимание, если в этот раз вы ничего не выиграли, не спешите выбрасывать свои купоны, они вам еще пригодятся. Они примерно эквивалент 500 рублей. То есть для тех, кто участвовал уже в наших розыгрышах, они делают покупку от 1500, прикладывают, стал прошлогодний лотерейный билет и получают новый и на новый розыгрыш. Розыгрыши в «Текстиль Профи» проходят регулярно. В такие дни в торговом комплексе всегда собираются покупатели и с волнением ждут, когда же их позовут на сцену. Нине Рассадиной сегодня не повезло, но женщина не расстроилась. Она регулярно что-нибудь покупает здесь, а значит, у нее еще есть шанс выиграть в следующий раз. Конечно же, заходим. Здесь очень хорошие товары. Для себя что-то приобрести можно будет. И подарки для родных, для друзей. Что нравится? Нравится качество. Нравится качество. Даже я могу сказать про постельное белье. Оно довольно-таки ноское, стирается, цвет не теряет. Конечно же, качество. Кроме качества, покупатели отмечают огромный выбор товаров в торговом комплексе. Это постельное белье, бытовая техника, ткани, домашний текстиль, одежда и обувь. Каждая покупка может стать для вас счастливой, ведь уже в следующем году «Текстиль Профи Москва» разыграет 2 автомобиля и много других приятных призов. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.